Мой поход через горы продолжается. Сейчас позади осталась какая-то часть пути. Сейчас уже 4 часа дня, 10 февраля. Я дошел до деревушки, которая называется Эль-Чурио. Ручеек. Птички поют. И сейчас я буду завтракать. Вот мой завтрак. Завтрак туриста. Плоды кактуса, опунции, которые здесь очень большие. И сорванные по пути с разрешения хозяев апельсины. Вот. То есть с голоду не помрем. Просто с кактусами нужно быть осторожным. Нужно сначала их побить немного, каждый плод, травой со всех сторон, чтобы сбить колючие микроскопические иголочки. И почистить. Не помрем с голоду в этой стране. Вот еще и помойки есть, который меня научил питаться луни-балуни. Отлично, отлично. То есть, вот она жизнь настоящего путешественника. Хокахей. Я очень доволен. Очень доволен. Впереди дорога, она идет выше и выше. Следующая моя деревушка будет, судя по всему, Карнесал. И там надо будет расспрашивать, как идти дальше до деревни Альдея де Сан-Николас, деревни Деда Мороза. Да, наверняка я уже остановлюсь где-то. Хокахей.